На Ринмаре прошла традиционная спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В детско-юношеском центре «Старт» спортсмены выявили сильнейших в 5 дисциплинах. Участие в спортивных соревнованиях – это, конечно же, огромная нагрузка на весь организм. Но людей с ограниченными возможностями это абсолютно не останавливает. Они в очередной раз вышли на спортивную площадку, чтобы показать свои неограниченные возможности. Всего более 50 человек. Сегодняшнее мероприятие мы приурочили к Дню Победы, к 70-летию Великой Победы над фашистской Германией. Наши инвалиды очень активно участвуют в этих мероприятиях. Это дает им дух бодрости, конечно, оптимизма, ну и реабилитации инвалидов спортом. В программе 5 видов спорта – дартс, кегельбан, армрестлинг, теннис и метание мяча. В каждой дисциплине свои сложности. Впрочем, справляется все. Первый раз в жизни поднимала штангу, 40 килограмм подняла. Да. И первое место. Турнир, в котором нет проигравших. Они доказали сами себе, победить свои недуги можно и даже нужно. Ведь в здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».